изначальные зерги недопустимо. Нужно искоренить, уничтожить всех. О чем ты говоришь? Ты видела изначальных зергов дальнего боя? Выведены из гидролисков. Изначальные зерги крадут гены Роя. Рой на планете часы и дни. Его уже копируют. Абатур, ты расстроен? Недопустимо. Сила Роя — способность заимствовать все лучшее. Изначальные зерги не должны получить нашу силу. Не волнуйся на этот счет. Скоро они будут на нашей стороне. Муталиск. Мутация доступна. Давайте посмотрим, что же он может. Губительный чакрум. Чакра муталиска дополнительно отскакивает 3 раза, поражая таким образом до 6 целей. Радиус отскока чакрума увеличивается. Структура симбионта чакрума примитивна. Возможно, многочисленные улучшения. Наращивание хрящевой ткани позволит наносить больше урон при ударе. Также чакрум сможет поражать больше целей до того, как получит летальные повреждения. Быстрая регенерация. Находясь вне боя, муталиск устанавливает 10 единиц здоровья в секунду. Требуется находиться вне боя минимум 5 секунд. Муталиск — хрупкий организм, требуется повысить выживаемость. Необходима кардинальная реструктуризация генетического кода. При получении повреждений задействуют клетки организма, ткани восстанавливаются до исходного состояния. Ускоренная регенерация для процесса требуется все ресурсы муталиска. Значительные усилия. Нужно запретить применение процесса в бою на инстинктивном уровне. Мертвые муталиски бесполезны. Взрывной чакрум. Чакрум дополнительно наносит 9 единиц урона бронированным целям или на 100% больше урона. Чакрум больше не отскакивает при ударе. Альтернативная структура симбиота чакрума схожа с устройством с гиблингом. Взрывается, нанося значительный урон отдельной цели. Чакрум погибает при взрыве. Дальнейшие осколки становятся невозможны. Отскоки. Я думаю, что мы сделаем вот эту штуку, потому что чем больше, тем лучше. Тем более он может отскочить несколько раз по одной и той же цели, что увеличивает его урон. Вот такие вот дела. Мы сильно изменились с тех пор, как покинули нашу родную планету, если это действительно она. Моя королева, зачем мы разбудили древнего? Его сила превосходит даже твою. Древний — это ключ к силе Зеруса. А мне нужна эта сила. Но он может убить нас. Это называется идти на риск. То, что делают тираны, когда чувствуют, что наступил подходящий момент. Понятно. Так же, как тиран по имени Джеймс Рейнер прилетел на чар, чтобы вернуть тебе прежний облик. Да, именно. Но когда идешь на риск, Иша, то порой проигрываешь. Это да. Я сделаю то, что должна. У тебя есть вопросы? Изначальные зерги считают Рой оскверненным. Что с нами сделал Амун, падший Зелнага? Он хотел получить нашу способность поглощать эссенцию. Но мы были независимыми, не повиновались ему. Поэтому он подчинил зергов единой воле. Они утратили индивидуальность. Стали рабами. Значит, скверна — это общий разум. Да. Для изначальных зергов такая судьба подобна смерти. Ну, в принципе, логично. Я бы тоже не хотел, чтобы мной кто-то управлял. Отправляйся на место рождения зергов. Там ты пройдешь испытания. Тебя может разорвать на части, но если ярость сделает тебя достаточно сильной, сила Зеруса будет твоей.
Ох, я помню, это такая жопа миссия. Не люблю. Ты пришла сюда в поисках силы. Она нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Всем. Ты ведь чувствуешь силу. Она взывает к тебе. Иди же! Изначальные зерги узнали о твоем прибытии. Они движутся к тебе. Абатур, пришли мне то новое существо, над которым ты работаешь. Роевика. Выведен с использованием изначальной эссенции. Порождается ранчидов. Ох, будет весело, скажу вам, друзья. Изначальные зерги нападают. Чтобы атаковать, Роевик должен окопаться. Теперь я иду. Вперед! Вот и они. Да. Рой не знает усталости. Веселые убер-саранчиды, которые убивают все и вся. Я слушаю тебя. Войска изначальных зергов уничтожены. Путь свободен. Рой жаждет крови. Говори скорее. Я так сокрушу любые преграды. Надо будет дойти сюда. Я иду. Там доп-задача еще будет. Вперед! Короче, будет весело. Ты уже близко. Приближается момент истины. Скоро мы узнаем, достаточно ли сильна твоя ненависть. Это да. Рой не знает уста. Это омут. Изначальный омут рождения. Он существует с незапамятных времен. Именно здесь впервые возникли зерги. Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Одна поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Ты получишь силу, но потеряешь себя. Эволюционируй, обрети новую форму. Выйди за грани. Рекомендация: избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Загара, защищай Ули и Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Да, королева! Ну что ж. Не так уж много выбора. Так. Нам нужно больше роевиков. Их можно создать из личинок в инкубаторе. Я помню, что мне потом потребуются роевики в разных местах. Ладно, пока. Пока просто. Больше рабочих, больше, намного больше. И повышаем сразу атаку роевиков. Так, а здесь, кстати, красиво. Здесь вот даже странное существо в виде дыхаки есть, которого мы, правда, еще пока типа не знаем, но мы-то знаем, что это дыхака.
Поблизости собираются остатки войск Бракка. Они готовятся к атаке на Улей. Нам нужны рыбики, споровики и плеточники у этого входа. Что ж, давайте перекопаемся. Так, что там будет? Воздуха я пока не вижу, так что пофиг. Плеточку бы только закопать. В принципе, она успевает. Так, это к вине отводим. Пусть чай вина похилит. Нужно больше. Нужно больше. Нужно много-много больше. Сейчас посмотрим, где будет следующая атака. Не делять, не пока хилит. Так, урон, кстати, увеличивается. Увеличивается же у них урон. А, у них типа бронебойные щупальца, точно, я что-то забыл. Так. Клинка. Вас пока сюда, молодой человек. Улучшение завершено. Думаю, это можно вот так закопать. В принципе, по ней особо хреначить никто не будет. По крайней мере, пока. Я чувствую, как с другой стороны водоема собирается еще одна стая изначальных зергов. Слушайте меня, ваши зерги! Вы убили брата, но его стая выжила! Я объявляю его территорию своей, как и его эссенцию! Это что, это между ними бой, что ли, будет? Ну и ладно. Бейте на здоровье. Мне не жалко. Стаи изначальных зергов вступили в бой друг с другом. Пусть они перебьют друг друга. Мы должны защищать Хризалиду. Да вот именно, мне какая разница. Но на самом деле одна из основных целей. Взываю к вам, ваши зерги! Ваша предводительница спит и уже не проснется! Моя стая будет убиваться вашей эссенцией! Ну так вот. Стая Ягдры собирается атаковать наш улей! Покажем изначальным зергам всю мощь роя! Суть в том, что там цель будет убить, по-моему, Ягдру. А он находится где-то вот тут, что ли. Не, ну окей, как бы без проблем. Я что, против, что ли? Иначе без проблем. Окей, окей. Все хорошо. Убили. Странное существо. Ну да, на самом деле ни хрена оно не странное. Ладно, ну вот эту базу они мне будут постоянно сносить, насколько я помню. Мне нужен шпиль. Улучшение завершено, отлично.
мать стаи Загара. Важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в омуте. Можно использовать, создавать стаи саранчидов, защищать улей от атак. Изначальный никак не успокоится. Породить саранчидов, убить их всех! Эссенция накапливается быстро. Можно использовать чаще. Надо мелких убивать быстрее, а то они не моих споровиков убивают. Вообще мелко. Надо развиваться, что-то делать. О, наконец-то, кстати, могу уже теперь копать. Нам нужно больше минералов. Ягдра послал в атаку на Хризалиду стаю летающих зергов. Изначальные зерги атакуют Хризалиду. Наши союзники вступили в бой. Наши войска атакованы. Не успеваю, нет. Наши союзники вступили в бой. Все. Ну, здесь я все развил, как бы, да, то есть мне нужно теперь... Только больше муты. Больше минералов. Больше, больше, больше муты. Нам нужно больше минералов. Я чувствую присутствие огромного изначального зерга. Тиранозор. Дикий. Неимоверная физическая сила. Полезная эссенция. Нужно получить. Это непросто. Нам придется пройти через зону конфликта между стаями Бракка и Ягдры. Не поверьте, это меньше из проблем. Нам нужно больше минералов. Вот такой вопрос именно будет в основном в том, когда нам это делать, потому что с большой вероятностью нам люлей просто доставляют, да и все. Обе стаи идут на нас! Приготовьтесь отражать вот, сразу видите, две атаки! Прикол, да? Не завершено. Наш войск атакует атакованный. Наши союзники... Бесполезно сейчас. Они просто нам ухреначат здесь все. Рано, рано, рано я призвал. Слишком рано. Ладно, вы будете прикрывать. Атакует улей. Враг атакует улей. Изначальные зерги атакуют Хризалиду. Превращение нашей королевы наполовину завершено. Держите оборону. Вот это у нас как бы много просто, ну, надо, чтобы Хризалиду не уничтожили. Чтобы ее не уничтожили, нужно, чтобы ее хилили. Нам
Нам нужно больше, Веспена. Так, короче, пусть эти ребята здесь все остаются, но пока что... Попробуем пройти через сторону конфликта. Наш рейс атакует атакованный. Что-то не то. Изначальным зергам постоянно прибывает подкрепление. Мы должны попытаться обойти их. Наши войска атакуют улей. Ген Тиранозора получен. Продолжу исследование эссенции изначальных зергов. Блин, сейчас я на базу, конечно, этих мразей приведу. Атакует улей. Вступили в бой. Как-то вот так вот. Ну, блин, хотя бы. Нужно больше квин, нужно больше всех. Нам нужно больше, Веспена. Так, пробуем, что у нас здесь, все ок, здесь, блин, не хватает, хватает. Пока просто у них стая не сформирована, можно вот так вот нападать в райских. Если у нас армия довольно большая, армия у нас сейчас уже нормальная такая довольно, поэтому можно это делать. Нам нужно больше, Веспена. Но с Веспеном у меня как были трудности, так трудности и остались. Так. Ну, пока все более-менее ок, вроде. Веспена. В смысле? А, блин, для Квин же тоже Веспен нужен. Я думаю, а куда мне весь Веспен ушел тогда? Изначальные зерги разрушают завал рядом с Хризалидой. О, не надо мне разрушать завалы. Мне и так нормально. Нам нужно больше, Веспена. Что-то с Веспеном какие-то прям... Прям траблы-траблы. Ладно, сейчас опять будем отбиваться с двух сторон. Посмотрим, что у нас получится. Давайте пока вот сюда вот бросимся, и сейчас будем призывать на счет 3, 2... Хризалида открывается! Наша королева вот-вот пробудется! Возвращаемся. Там пусть дорубают тем, чем есть. А мы здесь будем дорубать вот этих. Враг
атакует Улей. Улучшение завершено. Да вы что-то охренели, малявки. Нам нужно больше, Веспена. Все, норм. Ну, за счет ноты и Квин в основном немножко мелких, как бы. Не хватает надзирателей. Типа вот так. Невыполнимая команда. Будет все нормально. Используется максимальное количество припасов. Пока атака не началась, думаю, похарасим. Здесь вот сейчас. Давайте вернем часть армии. Атакованный. Как много квин. Что мы... Сейчас вернутся малые. Наши войска нужны атакованные. Невыполнимая команда. Используется максимальное количество припасов. Буквально через 4 минуты она откроется. Ну давайте добьем этот камешек, чтобы уже наконец-то здесь можно было выбегать. Так, достали пробовать нам снизу пробежать. Моя стая сильна! Мы поглощаем! Мы добываем эссенцию! Ваши зерги еще живы! Добудьте их эссенцию! Убейте их! Ягдра собирает войска! Они приближаются к нашему улью! Атакованный. Пожалуйста, пусть приближаются, я еще против, что ли? Мне же это, по сути, только на руку. Ну, умрет у меня пару зергов. Ну и что? Не все же. Тем более у меня есть порождение саранчвидов. Союзники вступили в бой. Наши войска атакованы. Улучшение завершено. Наши союзники вступили в бой. Видите, изи-пизи. Невыполнимая команда. Используется максимальное количество припасов. Чайные зерги атакуют Хризалиду. Так. Наши войска. Месторождение минералов выработано. Защищайте Хризалиду! Рой победит! Ну-ка, давайте, какие мне тут не смеете трогать. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Изначальные зерги атакуют Хризалиду. Атакует Улей.
И что мы видим? Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, я, и мы прошли все это дело вместе. Ну ладно, не вместе, ну, в общем, поняли. Так, испытание на уровне сложности боится таким образом, что Хризалид не получил урона. Я вам представляете, как-то у меня удалось даже на бойце это сделать. Что 75 боевых единиц противник с помощью порожденных изначальных саранчидов в задании сурового испытания. Сделал. Выполнить задание сурового испытания компании. Сделал. Все круто. Всем пока. Я достоин этого.